Жамбылские полицейские задержали наркокурьера, который возил мефедрон из Алматы в Тарас и успешно им торговал. На съемной квартире у него нашли почти килограмм наркотиков. Оказалось, мужчина сам фасовал и сам делал закладки. 26-летнего алматинца задержали при перевозке очередной партии. Уже в полиции он признался, что устроился на эту так называемую работу через интернет. Наркотики ему поставляли тоже через тайники. После он фасовал их и продавал в Таразе. За последнюю партию в почти 3500 доз наркоделец должен был выручить примерно 36 миллионов тенге. Товар предназначался уже для других городов. Впрочем, все деньги уходили на счета работодателей, а мужчине платили лишь некую зарплату. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы. Задержан устроился курьером в наркомагазин через соцсети мессенджера. Он получал партии наркотика в Алмате, затем в съемной квартире уже в городе Таразе. Распасовывал и раскладывал по тайникам. По указанию координатов получал товар для дальнейшего распространения в городах Алматы, Тараза, Шымкент, Костанай. Подозреваемый вину полностью признал, водворен и арестован.